Очень приятно вас сегодня видеть. И буквально через несколько секунд, я так понимаю, у нас начнется трансляция. И поскольку мы еще ждем наших, уже началась, уже наших посетителей сайта на да, этой трансляции, то начинаем вот сейчас. Я очень рад, конечно, вас всех видеть. Для меня сегодня был большой день. Мы сегодня с моим сыном младшим были на литургии, его первое причастие. И вообще это, конечно же, место силы, там, где мы с вами находимся. И поэтому этой силой попытаемся поделиться и той энергией, и той информацией, э, и с теми, кто нас смотрит. А я с вами поделюсь э, той интересной информацией, которую я э, намерен сегодня с вами рассказать о путешествиях Николая Николаевича Микухамакоя и моих путешествиях. Так получилось, что я тоже Николай Николаевич Микухамакой. Вот мне пришлось отдуваться через 150 лет продолжая его дело, ну, по своей воле, со своим интересом и, наверное, с тем же задором, потому что мне все это интересно, я постараюсь вам это все рассказать. Сегодня наша тема — это Россия в регионе Южных морей и экспедиции по следам Миклуха Маклая. Я руковожу Центром изучения Южно-Тихианского региона в Российской Академии наук Института Востоковедения а также возглавляю, Центр, также возглавляю фонд сохранения этнокультурного наследия МИКУХМАКА. Этим мы занимаемся образовательными, просветительскими проектами, а в Российской Академии наук – научными проектами. Ну и, помимо всего прочего, у нас есть еще ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Туда мы объединили всех людей, которые интересуются этим регионом, не только российских, а и зарубежных представителей и, объединившись вместе, мы занимаемся этим изучением. Откровенно сказать, история изучения Южно-Тихоокеанского региона и региона Южных морей начинается с Крузенштерна, с 1803 года. И вы знаете, в этом году мы празднуем, между прочим, юбилей. 2023, 1803, то есть 220 лет с первого кругосветного путешествия старта первого кругосветного путешествия э, Крузенштерна. И это фактически сравнимо с полетом в космос, потому что действительно, ну тогда космические корабли не бродили пространство, а вот морские корабли как раз бороздили. Я должен вам сказать, что как вот э, э, с Крузенштерна началось. Э, Действительно, открытие и путешествие региона Южных Морей. Вот сейчас, поскольку все уже собрались, я должен низкий поклон всем организаторам сейчас сказать, потому что, конечно же, без того, как мы вот начали сотрудничество очень интересное с российской газетой, еще во время того, как были мои путешествия, я находился в Папу, в Гвинее и в Австралии. Я буквально месяц назад вернулся. И из Австралии, из Папу-Новогвиней был где-то около 4 месяцев в сумме моей поездки. И в путешествиях, где не было связи, со мной связалась Татьяна. Татьяна из российской газеты. И сказала, не хотите ли вы рассказать о том, как это все происходит. С проблемами со связью она все-таки смогла записать мое интервью и взять некоторые фотографии. И вот таким образом, благодаря действительно интересным статьям, потому что очень важно, когда журналисты дают фактические материалы, интересно, а не просто рассказывают о каких-то интригах, получился большой интерес ко всему этому делу. И вот мы оказались таким образом здесь. Низкий поклон ей за эту, эти, этот интереснейший материал, низкий поклон, конечно же, всем организаторам и в Ламу, в Ламском монастыре и всем абсолютно, кто здесь нас встречал. Особенно я хотел бы сказать это, конечно, и владыке отцу Марку, который организует нам все здесь. И благодаря этим усилиям и Божьей помощи мы сейчас с вами здесь и встретились. Итак, про путешествие Крузенштерна. Началось все с него. Отправился в 1803 году, и вы знаете, я вам должен сказать, почему я начинаю с него. Да, потому что дело в том, что русские путешествия и русские путешествия в Южные моря они сделали и перевернули практически все в понимании того, как нужно ходить по этим Южным морям. Потому что если говорить о Южных морях, это правая часть или Тихий океан. Сейчас это Тихий океан, а раньше это Южные моря или Атлас Южного моря, который был составлен Крузенштерном по итогу плавания русских моряков. Не только в ходе его первого путешествия, а в ходе и последующих, поскольку он в, первый, в, первый, в ходе своих путешествий в течение трех лет не смог, конечно же, получить всю достоверную информацию обо всем. Так вот его достижение было то, что он собрал всю эту информацию русских мореплавателей, и, соответственно, создал атлас Южного моря. И вот по этому атласу Южного моря, где не было абсолютно России и где не было никаких интересов России, ходили все моряки, включая английских, которые имели, конечно же, большой, большие навыки испанцев, голландцев, португальцев. Все они пользовались как раз атласом Южного моря, атласом Тихого океана. И вот э, мы иногда думаем, ну, настолько это далеко. А Россия имела невероятнейшее влияние, и влияние благодаря тому, что имела знание. Не военное влияние, а влияние, которое позволяло благодаря этим знаниям опираться другим, изучать мир. Интересный факт. Когда отправлялись наши моряки, им давали наказ. С дикими в конфликт не входить, дружить, все изучать. Не было цели колонизации или порабощения. И вот это важный момент, с которым и с каким духом приходили наши исследователи в этот регион. Далекий регион и вроде бы очень интересный с точки зрения действительно ресурсов и далее. Но именно с этим духом пришел в свое, и отправился в свое первое путешествие Микуха Маклай, Микуха Маклай был на Валааме и в 70-х годах до его первого путешествия, в 1871 году, было его первое путешествие, когда он уже оказался на Новой Гвинее. А отправился он в 1870 -м. То есть 10 месяцев он добирался на корвете Витиса из Кронштадта, останавливаясь в различных местах для того, чтобы добраться до своей цели, до острова Новая Гвинея. А почему остров Новая Гвинея? Дело в том, что самый малоизученный остров – все боялись туда заходить. Остров был очень опасен для посещения белых людей. И самое интересное, что э, не было ни одного факта описания жизни людей. Считалось, что это вообще промежуточное звено населяет этот остров между обезьяной и человеком. И вообще, неизвестно, люди ли это, потому что они настолько кровожадные. И когда Микуха отправлялся в свой первый путешествие он отправлялся как последний путь. Все во благо науки и человечества. И это не просто слова. К нему зашел великий князь Константин перед отправлением на корвете Витязь в Кронштадте и спросил, какая ваша просьба. Он, вы знаете, моя просьба самая главная. Я бы хотел, чтобы вы дали слово и отправили корвет или судно русское для того, чтобы забрать те дневники и те записи, которые я успею сделать. О том, что он вернется и будет в живых, не было и речи. Он взял э, специальные боксы, в которые и показал, где он зароет, для того, чтобы в последующем, через год, русские моряки смогли вернуться и забрать эти записи. И через год русские моряки вернулись. Но они увидели счастливого Мику Хамакая вместе с папуасами, разговаривающего на папуасском языке, которого не съели и который еще и не хотел возвращаться потому что он прекраснейшим образом общался уже с его, можно сказать, братьями, папуа-новогвинейцами, как мы сейчас говорим, потому что это сейчас уже не просто остров Новой Гвинеи, а страна папуа Новой Гвинеи, правая сторона острова, она разделена на две части, называется папуа Новой Гвинеи. Но я вам должен сказать, что мои экспедиции, которые я совершил уже в 2017 году, потом в 2018 и 2000, 2019, прошу прощения, и вот сейчас две, они не были бы настолько успешными и удачными, если бы, конечно, не память Микуха Маклая. Я вам сейчас расскажу, как это все происходило. Дело в том, что вот в этом шеститомном собрании сочинений, которое э, мне очень приятно, оно пополнило э, библиотечный фонд э, библиотечный фонд, ваш библиотечный фонд. И здесь описаны абсолютно все встречи Николая Николаевича Микухамака с первыми папуасами и насколько они были агрессивны. Когда он построил хижину для того, чтобы остаться, корвет еще не уходил. И один из его друзей будущих, папуас Туй, подошел к нему и показал жестами, он не мог объяснить это на языке, поскольку еще не знал тогда и Микухомака не понимал, что его убьют, как только корвет Витис уйдет. То есть он знал точно, что он будет убит. Его предупредили даже об этом. И он все равно был мужественным и остался. И вот его первая встреча была, ему дали револьвер, ему дали даже оружие. Первая встреча его была, когда он должен был отправиться в деревню, он себе поставил план для того, чтобы познакомиться с жителями, которые живут неподалеку. Эта деревня была Гаренду. Она была недалеко, но пробирался он через джунгли. И когда он вышел на опушку, на него направили лук и стрелы. В этот момент он очень был рад тому, что он не взял с собой ни оружие, ни револьвер. И во своих дневниках он описывает, что именно это важная задача, которую я принял для себя решение, что я не буду брать с собой никакого оружия. Я не знаю, как я себя поведу, когда будет опасность. Может быть, я схвачу его для того, чтобы защититься. Но зачем я сюда приехал? Я приехал, наладить с ними контакт, изучить и узнать об этих людях максимум, потому что о них никто не знает. Их все боятся, и никто не описывает их жизнь, быт никаким образом. Никто не знает, люди ли они. Он не взял с собой ничего, потому что цель его была не показать силу, а войти с ними в контакт. И в тот момент, когда направили на него стрелы, в этот момент было неординарное решение. Он увидел циновку, подошел к ней, расстелил ее, снял обувь и лег спать. Вот это да, подумали папуасы. Через некоторое время он проснулся. Папуасы были уже вокруг него, они рассматривали обувь, рассматривали его одежду. Они впервые видели белого человека, да еще и в одежде. Они никогда не видели вообще одежды. Зачем она? Плюс к этому, интересно, обувь какие-то шнурки. Он, когда проснулся, он понял, что они, он, они рассмотрели его и перестали уже бояться. А после этого он понял, что, оказывается, когда он же вернулся в хижину и наладились контакты, что оказывается, они поняли, насколько он силен, что ему наплевать на стрелы. Он не стал даже защищаться от них, настолько они мелки для его сознания. Он просто лег спать. Фантастически, но вот именно сила духа, вера позволяла ему действительно получать вот такую силу и энергию над теми на тот момент, ну, действительно кровожадными людьми, потому, потому что никто абсолютно не э, желал его видеть живым среди э, своих соплеменников. Они боялись его, но через некоторое время начали называть его даже человеком с луны. А почему? Потому что белый цвет кожи, а луна тоже белая. Ну как не человек с луны? Он впервые белокожий. И именно вот этот вот доброжелательный контакт, умение войти с людьми и самая главная цель, именно войти с ними в добрый контакт, даже в, то, в той ситуации, когда казалось бы это невозможным, они э, позволило ему провести очень серьезные тщательные исследования. Он первый человек, который э, прожил на острове более двух с половиной лет, за три экспедиции в этой части назвал этот часть около 300 километров северо-востока острова Новой Гвинеи берегом Маклая. Помимо этого он посетил еще 150 точек, я полностью их описал, это действительно путешественник, который в Юго-Восточной Азии провел более 15 лет. В последующем труды и заметки его, и вот эти вот шеститомные собрания сочинений из семи книг, потому что еще один из указателей, оказалось не просто бесценным описанием этого региона в доколониальный период, в тот момент, когда папуасы еще пользовались каменными топорами, но это еще и потрясающие интересные книги, потому что рассказывают они о действительно уникальнейших приключениях и путешествии ученого в том мире, в который вообще до этого никто не знал и никто не описывал. Лев Николаевич Толстой дружил с Николаем Николаевичем и Гухомакаем: Они были друзья по переписке. Они не встречались ни разу. Но помимо своих трудов, которые он написал, он сказал ему один и попросил сделать некоторые важные, важные, как он считал, замечания. Учтите, пожалуйста, что помимо ваших научных трудов, которые вы описываете, опишите еще и жизнь, и быт, и отношения между людьми. Это тоже та наука, которой я служу и которая может быть интересна другим. И вот в этом своем научном... Он это также написал. Поэтому очень часто бывает интересно, что вот этот научный труд всегда стоял на полках путешествия. Не научной литературы, а путешествия. И поэтому так много в тот момент в Советском Союзе знали Омикуха Маклае и много об этом читали, потому что это безумно было интересно. В Папу Новой Гвинеи. Наши отношения дипломатически начались в 1976 году после обретения независимости. Страна позавчера праздновала независимость 48 лет, 16 сентября, она получила независимость от Австралии, до этого это была колония Австралии, а перед этим Германия. И самое интересное, что эти отношения, налаженные, которые были в 1976 году, но ну, у нас уже 47 лет получается. В основном были только формальными: мы не имели никаких серьезных контактов из-за, может быть, удаленности, и в советское время была экспедиция после и на столетие Российской Советской Академии Наук с Даниилом Галычевым Тумаркиным во главе, и которые достаточно много описали. Эта экспедиция была десантом на три дня на остров Новая Гвинея. Они по-быстрому все записали, а папуасы запомнили. У них были коммунисты, сказали они. Это очень интересно. Их австралийцы пугали. К вам едут коммунисты. И когда я был у них сейчас, я спрашивал, а кто у вас был? Он говорит, вы знаете, были коммунисты, но они такие вот как люди. Они не поняли, кто это такие. Было очень смешно память именно о Микухмака они сохранили, и это советская экспедиция отметила. Поэтому именно отношения, которые создал Николай Николаевич Микухмака с папуасами, хорошо описанное у нас, папуасы сохранили, буду уж так говорить, папуасы, вообще правильно будет папа у сохранили без описания в книгах до сегодняшнего дня. И моя экспедиция в 2017 году была в никуда, потому что несмотря на то, что вроде бы современный мир и все можно посмотреть в интернете, но оказывается не все, а то, что вы смотрите, не всегда правда. И когда я первый раз сделал маршрут в 2017 году, мне сказали, не проблема, тут есть туристическая компания, она вам все оформит. Я позвонил в эту туристическую компанию, мне сказали, без проблем, Николай Николаевич, покупайте билеты и завтра вы на берегу Маклая. Только где это, мы не очень точно знаем, но, наверное, найдете. Выяснилось, что и проблема с визами, они не знают, как получить. Выяснилось, что не очень могут понять, с кем меня связать, но билеты-то они могут купить, вот только въехать в страну без визы я не могу. Австралийцы тоже не дают визы, непонятно почему. Вроде бы Австралия, я попросился в, наш, в, наш, в наше представительство. Ну да, есть дипломатические отношения. Ну, слушайте, что-то никто не планировал туда, в Папу, в Гвинее, ездить. Мы поэтому как-то с визами не задумывались. Слушайте. И оказалось, что действительно, этот мир, несмотря на то, чтобы, на то, что развивается, нам абсолютно неизвестен. Я не буду уж долго вам рассказывать, как это произошло. Но у нас было шестидневное путешествие на самолетах, шестидневное, хотя это обычно два дня занимает, именно потому что мы преодолевали трудности с визами, отказы с ночевки в самолетах, точнее в аэропортах и далее. Но первая российская экспедиция в 2017 году Российской Академии Наук уже при организационной поддержке фонда имени Миклуха Маклая, потому что все это мы организовывали, она оказалась все-таки на берегу Макая и когда мы уже подходили к этому берегу Маклая, это был шок. То, что именно заставило меня в дальнейшем заниматься этой программой, этой темой очень серьезной, и оказаться, между прочим, вот сейчас перед вами. Когда мы подходили, мы увидели российский флаг. Выстроившись в ряд, папа у Новогвинейцы пели гимн папа у Новой Новогвинеи. Это было ровно 16 сентября, вот сейчас у нас 17 сентября, 2017 года, 6 лет назад. Я не брал российский флаг, я не планировал проводить никаких акций. У нас, извините, научные исследования, какие там флаги. Они подготовили пантомима для того, чтобы показать, как они помнят встречу Миклуха Маклая. Я спустился с корабля на берег, и тут меня встречает Папуас. Он направил на меня лук. Вы понимаете, все так же. Так, я думаю, точно ли все безопасно? Лук-то настоящий. Но смотрю, вроде повезло. Стрела на конце стрелы. Есть такой орех бетельнат. Бетель все-таки, думаю, сорвется, если стрела, то в конце орех. Останусь жив, наверное. Покалечит, но останусь живых, в конце концов он подходил ко мне, и вот так же вот мне дали соль, они сами подсказали, они мне подсказали, как надо делать. Говорит, возьми соль и подходи к нему. И вот я подходил, брал соль, соль это как признак цивилизации, протягивал им руку, и вот это все они показали, после этого сыграли пантомиму, который он описывал с бычком, когда он провозил Микуха и много других моментов, которые вот были точно описаны Микуха вот это вот рассказ, вы знаете, как вот у нас народные сказки, да, вот мы иногда думаем, откуда они появились из народа. Вот это вот народный пересказ, абсолютно точный и детальный, у них сохранился. И вот эта любовь к России через личность Миклуха Маклая, через понимание того, как он к ним относится, это позволило нам сейчас очень серьезно проводить исследования. Мы, как я сказал, уже открыли центр и проводим интереснейшие экспедиции. И помимо всего прочего, наладили и сделали визы в Папу Новой Гвинее. Вы не поверите, сейчас их можно и за 15 минут получить. Заходите и полетели. Без проблем. А это уникальная интересная страна. Далеко пару дней лететь, но в сто раз лучше и интереснее, чем вот на Бали, как вот некоторые говорят. Если кто-то там отли... отдыхал и думает, что это круто, я вам должен сказать, ни один приличный австралиец и папа гвинеец туда не ездят. Это считается, не считается даже. И это не так далеко, не дальше, чуть-чуть буквально. Это я вас склоняю к тому, чтобы вы тоже посмотрели на ту доброжелательность и приятные отношения. Итак, теперь об экспедициях и о том, как это происходит. Во-первых, чем отличается экспедиция от туристических каких-то поездок? Ну, конечно же, ставятся цели задачи. И мои первые экспедиции ставили цели и задачи, это посмотреть изменения, которые произошли за последние 150 лет и за 40 лет после советских экспедиций. Зафиксировать это. И чем это интересно? Ну, во-первых, смотрите, мы имеем описание о том, как люди жили в каменном веке или использовали, скажем так, предметы и орудия каменные только в основном от миссионеров. По всему свету. При этом, тех, которые уже э изменили определенные культурные э традиции народов, и потом они уже это описали. Не все миссионеры имеют э определенное образование, чтобы правильно описывать, беспристрастно. Описание ученого людей, которые знают, каким, о то есть использовали каменное орудие, не существует, кроме Микуха Макаев в доколониальный период настолько подробное и детальное которые он сделал. Поэтому можем проследить развитие человеческой цивилизации в этом уголке планеты, в этом уголке планеты. От, ну давайте так будем говорить грубо, от каменного века до сегодняшних дней. Вот какая динамика. Что происходит с людьми, когда они используют каменные орудия, когда они производят, начинают использовать металлические топоры, которые привез микухмака? И что происходит, когда начинают уже современными Макай привозить им лэптопы и гаджеты с нашими друзьями папуано Новогвинейцами? Или, может быть, вообще они дарят нам эти эти гаджеты? Вот это вот меня интересовало и эти изменения мы зафиксировали, и это оказалось очень интересно, потому что я вам расскажу интересный факт. Когда мы высадились на первый, в первой экспедиции, я увидел деревни точно так же, как на рисунках Микола Макая. Он оставил очень много хороших рисунков, более 700 только в русском географическом обществе, а так более тысячи, превосходно иллюстрирующий жизнь и быт. И я смотрю все то же самое. А до этого у нас есть сведения и данные советской экспедиции. И там совсем все по-другому. Извините, ларек стоит. Какие-то там даже сигареты поштучно, представляете? Что-то еще там продается, одно, второе, третье. А тут нет ничего. Где же цивилизация вы? Я спрашиваю, как так происходит? Говорит, вы знаете, когда у нас стоял тут магазинчик, тут были австралийцы, у нас была плантация, мы выращивали копру, копру продавали, у нас были тракторы, мы все это дело делали. Потом они ушли. Мы продолжили вроде работать вначале, а потом думаем, это же наша земля. Вот меня старейшина спрашивает, говорит, я поработал на плантации, после этого взял эту кокосовую стружку, поехал продавать в Маданг. Ну, недалеко там, но нужно все равно на лодке плыть час, за топливо платить, за дизель, одно, второе, третье, потом продавать это все дело. Потом привожу эти деньги, деньги надо куда-то тратить, на следующий день надо опять ехать в Маданг. Ну, чтобы что-то купить. Купил там пару рыб, потому что больше не покупаешь, холодильника нет. Где хранить ты их, в конце концов. То есть три дня за две рыбы. И старейшина спрашивает, а вы зачем это делаете? Ну, мы почесали голову и думаем, ну что делать? Надо возвращать деревни на место, как раньше. Плантации зарыли, магазины снесли. Поставили деревни как в XIX веке и живут. У них очень привязанность есть серьезная к земле. Вот земля для них это очень ценно. Я должен сказать, что это, наверное, единственная страна тысячи глаз, где когда ты выходишь куда-то, ты не можешь бы остаться один. Через некоторое время к тебе обязательно кто-то подойдет, потому что ты обязательно на чьей-то земле. Не бывает такого, чтобы ты не был ночей. И каждый клан, он держит свою землю. И поэтому вот эта привязанность к своей земле, она настолько сильна, что они действительно убрали даже этот бизнес ради того, чтобы построить это, как и раньше. И, безусловно, сейчас они, конечно же, живут в согласии с цивилизацией, но не используют все их блага. Ну, например, те же самые холодильники и далее. Этого нет до сих пор. И даже сейчас, в 2023 году, нету каких-то других, как нам кажется, обычных моментов в жизни, да, там, горячей воды или что-то еще, то, что нужно. Но это просто и не требуется, там и вот так тепло. Все время, вы знаете, 90 на 90 говорят. То есть это 90 по Фаренгейту, это 33 градуса. 33 градуса средняя температура в Папу Новой Гвинее. Но вообще фактически 27. Представьте, 27 градусов никогда холоднее не бывает. Ну, есть регионы, где бывает 22, 25, а где 33, но в среднем вот так. Это экваториальная страна, экватория. на экваторе там достаточно тепло, влажно, облака низко, прямо они вот держат, можно сказать, горы. И многие живут на прибрежной зоне, конечно. Так вот, это именно вот то желание их сохранять традиции определенные. Но, разумеется, они немножко меняются постепенно. Сейчас это страна, как говорит Джеймс Марапа, девиз страны ⁇ Друзья всем, враги никому ⁇ Это крупнейшее островное государство, чтобы мы понимали этого региона. Это страна, в которой, ну так, чтобы мы понимали, четвертое место по лесу. Седьмое место по золоту. Третье место по нефти. Пятое место по жиженному природному газу. Я уж не знаю, что там это в деталях. Это не моя тема изучения. Но за последние четыре месяца лидеры Индии, Китая, Австралии, Америки встречались с Джеймсом Мараб. Что-то им надо, наверное. Но, слава Богу, пока еще сохраняются в деревнях вот эти определенные устои и традиции, которые, к сожалению, сейчас, безусловно, в связи с этой глобализацией будут потихонечку меняться. 867 э, раньше было языков, сейчас 829 языков зарегистрированных в стране. Каждый папа у новых гвинеец нормально знает 3-4 языка, ему просто меньше не выжить. Свой английский язык образования, плюс язык соседнего племени. Традиции в разных племенах разные. Где-то главенствуют женщины, а где-то и мужчины. Но независимо от этого, в семьях традиционно четверо детей, двое мальчиков, двое девочек. И даже если этого нет, это называется уже небезопасно жить в этой семье. Потому что каждый должен помогать друг другу. Если такое, такого количества детей нету, то они берут у своих близких родственников в помощь. Так же, как и в наших деревнях когда-то по большому счету. Все то же самое. Также женщины ходят за водой. крамысл вы помните, да? Ну кто тяжелую эту работу выполнял всегда, вы же помните. Все женщины. И за дровами собирают женщины. И, ну а мужчины что? Мужчины войны. Или строить дом, это их ответственность. Ну и передавать, конечно, знания мальчикам, а девочке девочкам. Разделение обязанностей и сохранение позволяет им сохранять семью. Они э, христиане, у них есть много миссионеров, и э, в Папу Новогвине даже несколько лет назад появились первые православные. Ну, независимо от этого, э, это было до ковида, сейчас ковид немножко повредил э, взаимоотношения. В дальнейшем, я думаю, это будет развиваться. Самое главное, что они помнят о России и помнят Россию очень хорошо, и через именно Микуха Маклая они знают, что что и как и правильно нужно нести добро и хорошие взаимоотношения. И эти взаимоотношения они развиваются, чтобы вы знали не только на уровне коренных жителей этих деревень. Я хорошо знаком с основателем государства Джеймсом Майком Самара, покойным уже. Он специально приехал на берег Маклая, практически в джунгли, для того, чтобы давать тогда интервью и показывать, как они хотят сотрудничать с Россией, которая забыла совсем о папу Новой Гвинеи. Что же вы так далеко забыли на нас? Было такое. Потом уже следующий премьер-министр, потом уже Джеймс Марапа, и все они действительно стараются это делать и поддерживать эти отношения. Вот последние связи как раз я был после деревни, я уже заходил и на парламентский завтрак. И это радует. Что независимо от этого, на любом уровне они рады и встречают всегда и помнят. Вот это у них сохраняется. Теперь по некоторым фотографиям я вам покажу. А потом уже и мы. Перейдем дальше. А Мику Макая же я вам рассказал. Вот его хижина первая, его рисунок. У него было двое слуг, а слуги через некоторое время превратились в людей, которые просто не отходили от хижины. И Микуха Макай в своих дневниках писал, что он теперь уже как слуга для них два слова о нашем фонде, как я сказал, да, это сохранение традиций, воспитание уважения к ценностям и культурам народов мира. Ну и о человеке можно судить по его целям, это фраза Микуха Маклая. Это я вам уже рассказал, чем мы занимаемся, это о фонде нашем, поддержка научных исследований, организация образовательных проектов, развитие и укрепление сотрудничества с странами ОСИАН, Папу Новой Гвинеи. Поэтому помимо экспедиции еще и встречаемся с разными людьми. А вот теперь видите российский флаг. Смотрите, это мемориал Микуха Маклая, который все вокруг сделали фотографии вокруг него, и этот мемориал они сохраняют. Здесь была хижина Микуха Маклая, а вот здесь вот с левой стороны это я возглавляю процессию, а потом через некоторое время еще и стал там обору, это старейшина деревни. Так что в какой-то мере вы говорите еще и со старейшиной папу новогвинейцем. Они меня также называют белым папуасом. Но я не против. Почему нет? Для меня это большая честь. Это уже в одной из экспедиций 2019 года. А вот это последняя экспедиция в 2023 году. Завтра будет интереснейший фильм «Берег Маклая». Потрясающий фильм, могу сказать. Мы сделали его 26-минутный фильм, его телеканал «Культура» даже у нас выкупил. Его показывали по телеканалу «Культура», но ну, уже показали. Вы уже посмотреть второй раз не можете, там нет повторов по телевидению. Но завтра будет это, как раз вот у вас есть возможность будет его посмотреть. Интересный фильм. А вот здесь вот я хотел показать вам, видите, там набережная. Я, когда при, приехал в Санкт-Петербург обратно, я сказал, что Берег Маклая почему-то в Папу Новой Гвинеи есть, а в Санкт-Петербурге нету. Ну, наши э, господа некоторые, занимающиеся топонимикой, подумали, посмотрели и выяснили, что самая красивая ну, конечно же, самая красивая пешеходная и фасадная набережная э, на Намыве, она как раз не имеет названия. И назвали ее в том году. Набережными кухнях Маклая. И вот здесь вот я отправляюсь от одной набережной, уже от берега Маклая Петербурга, к другой набережной, которая вот здесь вот у нас находится, недалеко от Австралии, Папуа-Новой Гвинеи, там где уже другой берег Маклая. Путешествие два дня, 10 тысяч километров приблизительно, три самолета. Но это интересно. Ну, можно меньше путешествовать, если делать пересадку там несколько часов. Ну, обычно делаешь 5 часов пересадку, потому что самолеты бывают, задерживаются и далее такое бывает. Вот такие вот хижины. Обязательно дерево посередине, где нужно посидеть, тень. Это всегда центральная площадь. И посмотрите, как чисто. Я потрясен этому. Чистота невероятная. Здесь я сделал фотографию потомков одного из тех, кто кого описывал Микуха здесь уже деревни Бонго. И вообще я взял в это путешествие том, первый том Николая Николаевича Микуха открывал его, а там есть рисунки. И в 10 деревнях показывал рисунки Микуха Они впервые познакомились с историей, которую описывает Микуха И мы сделали некоторые коррекции, корректировки. И потрясающе то, что они узнали всех своих. Ни одного они не пропустили. Всех абсолютно родственников. Я думаю, как же они узнали? А потом смотрю вот даже по своим родственникам, ну ведь похож, ну ведь легко. Ну ведь действительно, если приглядишься на своих родственников, если ты их знаешь, если ты их знаешь, вспоминаешь. И вот они вспомнили всех. Это мемориал, это вот такой вот вид э -э с воды и с берега на то местечко, где жил Микохмакой. Это уже потомки. Помните, я вам сказал, Туй, один из тех папуасов, который был его другом. Вот это его потомки. А вот это э, э, лютеранская миссия. Вы знаете, они ждали православную, но ну, ковид у нас остановил. Но ну, ничего страшного, в следующий раз, там есть еще много деревень. Прибудем. Я вам должен сказать, что настолько, настолько они ассоциировали, вы не поверите... Настолько они ассоциировали всех белых с Микухом Аклаем, что вот последние исследования, вот я последний раз сейчас проводил, я был на некоторых островах, которые не очень были подробно описаны. И там стоят э, небольшие мемориалы э, германские, немецкие, потому что это была немецкая колония. Они все эти мемориалы представляли мне как мемориалы в память Микуха Маклая. Объясню почему. Николай Николаевич познакомился с одним из немецких ученых Отто Финш. Он познакомился с ним в Австралии, и познакомившись с ним в Австралии, он рассказал несколько слов, как войти в контакт с папуасами. Он просто поделился. Хмака не финансировался правительством, его экспедиции поддерживались на деньги меценатов, и а Отто Финш, оказывается, в темную, но финансировался. Германии, германским правительством через одну из компаний. И у него были деньги. И когда он узнал об этом, он, соответственно, сразу же отправился на остров. А цель его была поставить немецкий флаг. Он прибыл на этот остров и сказал, что он от Маклая, он сказал несколько слов, те приняли его. И он поставил немецкий флаг. Папуасы думали, что это Микуха Маклая флаг, флаг России. Им все равно, абсолютно. Это белый человек от Микуха Маклая, значит, все хорошо. Но потрясающе то, что они до сих пор передавая эти истории, рассказывают, что это именно о Микуха Маклае и именно о России. Я говорю, ну слушайте, тут по-немецки написано. Это про Микуха Маклая. И, может быть, можно было бы сказать о том, что, ну, наверное, как жалко, что нету российского флага там. Почему же не поставили? А вот я некоторое время задумывался. Вот Немико Хомака считается гуманистом, и вот сейчас я понимаю, что насколько много тысяч жизней он спас. Тысяч жизней он спас по всему острову. Немцы, когда колонизировали, они, разумеется, убивали, убивали всех, кто не соглашался с их политикой. Ну, это колонизация. А в этом месте их встретили с распростертыми объятиями. Это друзья Маклая. Вот этим, вот, может быть, он спас тысячи жизней, и немцы их не убивали. И немцев тоже не убивали. Потому что папуасы тоже, извините, пожалуйста, не простые ребята. Они войны. И когда наступает ночь, не каждый готов остаться с открытой двери в Папу Новой Гвинее. Поэтому, несмотря на то, что там какая бы ни была миссия, а внутри и в сердце они с нами. Вот это вот такие вот лодки, лодки-долбленки, они небольшие, на них же ловят рыбу. А здесь нельзя иметь какой-то большой вес на этих лодках, потому что моментально она просто тонет, то есть... Таким надо быть поджаром, худеньким, чтобы каким-то образом все-таки ловить рыбу. Но они все немножко, э, рост у них средний 170, так чтобы мы понимали. То есть я среди них высокий очень человек, хотя у меня не очень высокий рост. Вот так вот они делаются из цельного куска дерева. А вот это а вот триггер это просто ну фактически для того, чтобы лодка на, в, в, была на плаву, но это не поплавок. А вот такой вот барабан э, барум до сих пор собирающий. Как вот колокол у нас, да, собирающий всю деревню. Вот так вот мы смотрим. Вот такой же такой же у нас компьютер. Вот он у меня при себе. Я с ним же и путешествую. Вот он, вот он. Телевизор для моих друзей, папу Новой Гвинеи. Мы видим его здесь. В хижине сидим, смотрим. Вечером вечерний чай. Ток-ток. Обязательно посидеть, поговорить, рассказать, пересказать истории. Рассказать, что произошло, потрясающе передается информация. То есть, если ты хочешь, чтобы что-то дошло, ты без проблем передаешь эту информацию. Она доходит, доходит, доходит сразу же ходит до другой части острова. Но когда они идут друг на друга, они обязательно останавливаются и рассказывают друг другу, куда идут, почему, куда и во сколько. Я вначале думал: ну что же, столько времени тратит. Это передача информации такая. И когда ты приходишь в деревню, всегда знает, кто идет. То есть всегда отправляешь мальчишек. Там все еще до сих пор дети слуги, а не родители слуги детей. Это позволяет детям расти и становиться сильным. Потому что они лазают по деревьям для того, чтобы собирать кокос. Они зашивают, они помогают. Ни родители, ни мама несет рюкзак в школу. А то, не дай бог мой, мое чадо тут позвонки у него вдруг немножко сойдут не туда. А, конечно, сойдут, извините, где мышцы-то? Если не носить рюкзак, они не появятся и сойдут позвонки. Там все как у нас. Раньше. Вот такие дети, приятные очень, очень доброжелательные. Настоящие учатся, они прямо в деревенских школах, потрясающе хорошие деревенские школы. К сожалению, не все могут постоянно уделять время, они иногда заняты своим хозяйством, обучаются на английском языке знают свой язык. Английский язык у них сейчас уже с четырех лет преподается. Вот такие ребята. Поджарили и побежали. Бежали на перенгонке. Но они всех обогнали. Если вы видели, с какой скоростью они добираются до кокоса. Я же не показал вам видео. Я же вас увидел и сразу же не, не знаю даже и не показал видео, но мы покажем. У нас есть сейчас все две минуты, поэтому покажем двухминутное. Дети всегда находятся вместе. Как они обучаются? Я, знаете, спросил Аселя, Аселя Туя. Меня это интересовало очень интересно. А как вы передаете свои традиции? Он говорит, вы знаете, где это как? Наши дети живут вместе с нами, и они всегда вместе с нами. То есть мы их берем везде. А как они научатся? У нас времени, извините, обучать ему много рассказывать. Нету. Пошел вот со мной и смотри, как это происходит. Или между собой уже начинается. Потрясающе, кстати говоря. Просто очень, но. Вот так вот выглядит школа. А вот так вот школа и учителя. Превосходные, интересные люди передавали, кстати говоря, в Россию привет. И мы на 1 сентября во второй гимназии Санкт-Петербургской как раз принимали этот привет. А наши дети из школы, когда я отправился в первую экспедицию, вообще все контакты мне помогли завязать настоящие человеческие отношения и то знание, которое у нас было сохранено. Я когда встретился с Майком Самарой, это основатель государства, влиятельный дядька, очень и благодаря его помощи, как бы, вот у меня контакты есть, они держат со мной всегда контакты, связь. Я ему показываю один ролик, и там дети разговаривают на бунгуанском языке, как будто бы вот и передают привет. Бунгуанский это вот совсем один из тех, которых практически никто и не знает. В мире никто не знает. Он говорит, потрясающе, откуда вы знаете? Я говорю, ну вот Микуха Маклай записывал, знает. Дальше я ему показываю, говорю, вы знаете, что в наших российских музеях, смотрите, какие коллекции есть. Он говорит, откуда у вас это? Я говорю, ну вот у нас вот еще тогда привозили, в советское время привозили. Я говорю, в шоке, что Россия, оказывается, имеет так много знаний о нашем регионе. Это помогло мне вот таким образом завязать отношения. Это очень важно. А вот это старейшина, ну видите, уже я тут... Могу так расслабиться, я тоже старейшина, не, не, там обязательно пластиковый стул тебе дают, если вдруг ты старейшина, сесть, ты на пол не сядешь уже, уже не можешь. Это большая честь. Ну, вы знаете, когда ты сидишь все время не на полу, то есть или на земле, то вот вы сейчас смеетесь, пластиковый стул – большая ценность, это правда. Это вам кажется. <Bei> Поживите 2 три месяца. А вот видите, с шеститомником, вот с этим, и кокос тут, и хотя тут, конечно, остановился специально, но так фактически проходила моя экспедиция. Взял книгу, эту книгу, кстати говоря, которую полностью исписал во всех, во всех, во всех заметках, знаете, куда я передал? В Австралию, в музей Маклея, специально, чтобы они знали, насколько много действительно у нас есть записей и знаний, и каким образом действительно, они же в Австралии учредили премию имени Микухамакая, как ни странно. Там, если ты изучаешь труды и далее, есть премия. Ты можешь, соответственно, податься на нее и получать ее. И вот эта книжка, она как раз вот, это первое современное издание, которое полностью оцифровано и передал вот так вот, чтобы это осталось для них тоже. У нас в России есть много чего, а пусть в Австралии тоже знают. Вот таким образом это открывалось, мы смотрели, сверяли, видели. Потрясающе интересно. Когда ты можешь через 150 лет. А вот это он книги, представьте, притащил из своей библиотеки. Книги, которые в школах, между прочим, Микухмака изучают в школах Папу Новой Гвинеи, у нас не изучают. У нас и Крузенштерна не изучают. Мы должны об этом знать и должны знать, что дополнительное образование это очень важно. В наших школах этого не изучают мы, как взрослые, можем своих детей направить на дополнительное изучение этого. И тогда они будут об этом знать больше, чем просто два слова. Крузенштерн, который первый раз отправился в путешествие. А сейчас некоторые не знают. Я прихожу и говорю, о, какой иностранец. И говорит, и вы иностранец тоже? У вас же фамилия Микуха Маклай? Так. Это тут переходы некоторые. Ох, как у меня сын радовался смотреть на меня, что я... можно же в одежде ходить, представляете? Не раздеваясь, прямо по воде, по грязи идти. Вот смотрите, какие женщины красивые, да, тут. Вот прямо в деревне гуляют. Вот такие вот сумочки, белумы. В них иногда и детей. Вот видите, женщина идет за спиной, у нее ребенок. Не надо и детей туда. Также за дрова отвечает полностью женщина. Мужчины не ходят за дровами. А глиняные горшки. Потрясающая возможность для того, чтобы... Ну, посуда же, постоянно же расходные материалы. И хранят секреты, как правильно это все делать. Сейчас они уже их также меняют, но и продают тоже. И теперь я вам покажу ролик. Тот, который я хотел и обещал вам показать для того, чтобы вы знали небольшой обзор. И потом мы с вами перейдем к некоторым вопросам. Так. Сейчас, секундочку. Вы что думаете, я умею хорошо пользоваться компьютером? Нет, я понимаю, что вы думали, что так есть. Но на самом деле не всегда. Так. А сейчас я, знаете, сейчас попробую. Оп. Смотрите, как выходит же что-то, да? Все, нажимаю на кнопку. Так, включаем. Все. Сейчас, секунду. Сейчас. Подскажите, куда нажать сейчас, если не сложно. Мы сейчас быстро организуем, быстро. это такой небольшой обзор фото, видео. Включаю. Так, звук, секунду. Ага. Секундочку. Звук не идет у нас. Да, звук не идет. Сейчас, ну, как мы без звука же не можем вам не показать. Но сейчас со звуком все сделаем. Так. Вот, сейчас будет. Вы что думали? Нормальный? Бух по нему. Сейчас. Нет. Здесь помните, что мы нажимали? Здесь все громко. Ага. Так. Включаем? Попробуем. Предлагаю посмотреть независимо от звука. Посмотрим. Спасибо большое. Спасибо большое за вот эту тишину, потому что мы все-таки услышали зву дорожку звуковую, я не знаю, было слышно. И у нас есть с вами время на вопросы. Я вам должен сказать, я вам не рассказал еще, почему выгодно иметь 20 джон в Папу Новой Гвинеи. Я не рассказал вам по поводу того, как охотиться. А все это я ходил Я не рассказал вам о том, что, как, как захоронение на, на, черепа, черепов. Я не рассказал вам, конечно же, еще о многом-многом. Все это дело у нас, конечно же, есть на нашем канале. Вы не поверите, я сделал сейчас, мы сделали интересных таких 400 шот видео по минуте, но не публикуем. Не публикуем пока, пока не публикуем. Вот, посмотрев, конечно, на вашем канале, вы сможете потом на, в описании, там есть ссылка на сайт экспедиций, немножко побольше посмотреть, потому что, конечно же, это интересно. И, конечно, мы будем благодарны, если вы напишете какие-то отзывы или свои пожелания или обратную связь. Потому что делаем-то мы все это дело для того, чтобы просвещать, действительно просвещать, для того, чтобы найти в последующем последователей этому делу. Потому что, как выясняется, все-таки и на современном этапе есть много людей, которые продолжают, и есть место открытия. Я готов и буду рад ответить вам на вопросы. У нас сейчас время вопросов, правильно? 45 минут уже прошло. Все четко идем по регламенту. И самый интересный вопрос, конечно же, у нас будет еще получится в книжку с автографом. Книжка с автографом экспедиции трех веков». Это экспедиция трех веков, где вот как раз все описано, то, что я вам не рассказал эксклюзивная книжка у нас больше не выпускается этих. Вот. И здесь как раз начинает Микуха и современными экспедициями. Интересная книга. Институт востоковедения Российской Академии Наук выпустил вместе с фондами Микуха Маклая. Интересный вопрос, опять же скажу, ну тот, который просто вот окажется интересным. Мы вдвоем, наверное, решим вот с вами, какой оказался интересный. Да? И тому и подарим. Ну что, давайте активнее тогда. Представляете. Здравствуйте, меня зовут Любовь, я экскурсовод паломнической службы. Вы сказали о том, что вам, ну, вас посвятили в старейшина. А вот интересно, как это происходило? То есть это был какой-то обряд или что? Вот как, собственно, вот об этом расскажите, пожалуйста. Здесь даже, ну, как бы дело не в книжке, а просто интересно. Да, смотрите, ну, а -а -а Смотрите, старейши, старейшинный э, обряд вот именно есть обряд посвящения мальчиков мужчины. То есть молодых людей в мужчины. Процесс инициации, да, Посвящение. Очень похож. Также воду нельзя пить, есть нельзя. Все то же самое. Никаких. У нас все, все, все взяли, прочитали. И, э, но э, именно обряд посвящения старейшины нету. Объясню дело в том что во первых старейшинам надо быть иметь когда ты уже в возрасте ну мне уже э, завтра 50 поэтому я подхожу значит второй момент э, здесь нужно быть человеком который ты заботишься о клане то есть ты заботишься о нем ты делаешь что-то для клана ты уважаемый человек то что ты делаешь это уважается да то есть без то есть это не, не просто нельзя посвятить человека, который ничего не делает, вот мы решили его посвятить. Это человек, который понимает ответственность за клан. То есть что значит? Это моя ответственность защищать их, оберегать их, Привозить компьютеры, если надо. Беспокоиться о том, чтобы у них все было. Конечно, по мере возможности. Это не значит, что я обязательно должен это. То есть, если нет возможности, я это не делаю, но я об этом забочусь. Я также даю советы. Ну, например, у них было о том, что они большие повторюшки, ну, в хорошем смысле. И они узнали, что фонд Миклух-Маклая. Ну да, конечно, нам надо сделать фонд Туя. Обязательно. Ну как, вы знаете что? Я говорю, вы знаете фонд Микухмака, Он же раздает деньги, он не собирает. Он говорит, как так? Он говорит, мы хотели фонд Туя собрать, чтобы все привозили нам деньги. И тогда мы будем богатыми, ну как вы, Николай? Я говорю, не-не-не, давайте мы остановимся. Он говорит, ну тогда офис мы обязательно сделаем в деревне. Я говорю, ну хорошо, офис мы сделаем в деревне. А кто будет тогда ездить к вам в офис? Да, действительно, кто будет к нам ездить в офис, вы-то еле добрались. Ну, какие-то вот элементарные вещи, и мы с ними организовали, там есть фонд имени Микуха Макрой, который они организовали в порт Морсби. Это позволяет иногда действительно какие-то интересные культурные программы сделать. Но я вам должен сказать, что, например, благодаря вот тому же статусу старейшины. У меня есть возможность поговорить с губернатором нормально, они понимают, да? То есть губернаторы, ладно, я с премьер-министром, конечно же, и с Папой новой Гвинеи. Мы с ними на контакте на прямом, то есть вот он мне в WhatsApp и высказать какие-то детали, которые и предложения, которые я знаю, и он понимает, что я понимаю жизнь реальную. Это очень важно. И вот, например, мы сейчас предложили наш, я уже хотел сказать, наш губернатор Маданга Папу Новогвинейский, предложил нашему губернатору Санкт-Петербурга стать городами-побратимами. Мы ждем, извините. Он предложил. Я вам должен сказать, не просто. Он предложил еще и приехать в феврале с визитом официальным и, возможно, налаживать отношения. Потому что какие-то культурные, научные связи, это важно. Это также важно, вы знаете, как вот иногда мы говорим о том, что, а вот насколько нам, а что нам от этой папы у Гвинеи, какие интересы, а вот давайте там нефть, газ качать или еще что-то. Ну, ребят, нам от нефти, газа, от какого-то тоже особо ничего, давайте вот так откровенно сказать, а вот от хорошего отношения много, значит. И вот когда мы наладим хорошее, будем поддерживать и вкладывать в эти хорошие отношения, то там бизнесмены найдут себе место, и культурологи, и ученые, и далее и нас будут встречать хорошо. Поэтому вот это дает вот такие, такие возможности на разном уровне распространять. Плюс к этому мы сделали там интересные Маклаевские чтения в этом году. 17 июля, день этнографа в России. И я предложил, говорю, слушайте, ну давайте сделаем Маклаевские чтения. Вот вы собираетесь и рассказываете про ту, давайте про Микуха Маклая рассказывать. И вспомним и ваши истории его. Мы собрали интересный материал, сделали альбомы. Они собираются и рассказывают, как ту и встречался с Микухом Маклай на фактической информации. Дальше я им предложил, говорю, слушайте, а давайте сделаем тогда Кривический музей. Вы, извините, меньше знаете иногда о своих экспонатах, чем я. Это действительно так. Мы сделали онлайн-музей имени Микуха Маклая, они передали экспонаты. Безвозмездно. Специально для России. Вы, если зайдете, вы увидите потрясающий экспонат. Это первый онлайн-музей, который собран именно таким образом. И даже с Петровским, когда говорили об этом, он сказал, что фантастически это музей, который собран и безвозмездно переданы все экспонаты. Это важно, не куплены. Все с бытованием, то есть они имеют историю бытования, описанием, и собранная работа над ними произведена с местными жителями. говорю, слушайте, мы знаем опять больше о ваших предметах и о том, как они используются, чем вы. Давайте-ка открывать кривеческие музеи у вас в школах, о вашей же культуре. Плюс мы напомним об истории и о том, что у вас связь и первый флаг в Папу Новой Гвинее был российский. Вот я, у меня сейчас статья выйдет, о флаги в Маданге, да, и там действительно флаги. Мы не говорим о том, о колониальном периоде, да, австралийском, Германии, мы говорим об истории, да, и первый флаг был российский. И с 1871 по 1888, 17 лет был российский флаг там. Без колониального режима. Вот, вот это дает возможность, вот что дает. И они, когда это видят, действия, понимаете, да? То есть я стараюсь какие-то действия проводить. Они говорят, ну слушайте, мы, конечно, хотим, чтобы вы были нашим старейшиным представителем и, и далее. И мало того, они борются, вот я был в 10 деревень, они тоже меня приглашали. Я говорю, я не могу, я уже вот. Микуха Хмакай предлагали жениться. Вы знаете, я вам должен сказать, что мне же сказали, когда я отправился, я вам расскажу интересный вопрос, мне постоянно задавали журналисты. Вот Татьяна не задавала вопрос из российской газеты, а все остальные задавали. Говорит, вы, Николай Николаевич, поедете? Вы что думаете? Вы там один? Вы встретите там Микуха Макаев еще. Я, я вначале не понял, как так. Ну, Маклаев долго там жил, как он мог. Я говорю, ну вот так, оказывается. Я приезжаю. И у меня один из первых вопросов к, к, к Тую. потомку Туя, кто был его другом, я говорю: послушайте, ну правду скажите, ну были контакты какие-то? Он говорит, ну мы старались. Мы даже отправили девчонку ему, чтобы он все-таки каким-то образом смог стать частью нашей племени вот совсем. Но он отверг ее, и потом пытались, по-всякому. Я говорю, а почему вы так пытались? Он говорит, ну потому что если бы он стал частью нашего клана, мы бы стали самым бы сильным кланом. И в этот момент я понял, что точно новость, если бы что-то было, разнеслась бы по всему острову. Не было. Не было никаких у него контактов. Все папу новогвинейцы, они от папу новогвинейцев. Да, я, я готов. Спасибо вам. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Восьмой заезд. Мы экономы, мы волонтеры эконома, и у меня вопрос следующего характера. Смотря фотографии и видя эти улыбающиеся лица, у меня вопрос: а песни они же ведь наверняка пели, и вы наверняка знаете, возможно ли сейчас воспроизвести? Конечно, можно. Замечательно. Я вам должен сказать, что в тропическом лесу, когда ты находишься. Песню не споешь, домой не доберешься. Сейчас я вам я как раз и покажу с одним из моих проводников. Тропический лес, вы не поверите, я не видел таких деревьев. Деревья, ну, как вот, ну, человек, ну, вот в одну сторону, вот, вот как отсюда, вот до сюда это ширина ствола. Я таких деревьев не видел в основании. Вот такие леса. Представляете? Вот мы изобрели такой лес, там еще плюс темнеет быстро в 6.30. В 6.30 уже все, там ничего не видно. Темно-темно. При том удобно, что во всей Папу нового Гвинеи. Где-то в 6.30, где-то без 15.7, где-то в 6, ну вот до 7 часов точно. Очень удобно. Все всегда знаешь, когда уже спать. И э, я ему говорю, слушай, ну что делать-то? Как, как будем выбираться-то? Он говорит, ну песни не споешь и начал песни петь. Я вам сейчас как раз покажу. Э, сам не спою. Секундочку. Но я с ним пел будет лучше так. Так. Сейчас, да, да, да. Ай, да, 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 я пытаюсь, пытаюсь найти. Вы что, не... сейчас, секундочку. Это интересный, очень хороший вопрос. Это спасибо вам за него. Сейчас, секундочку. И мы сейчас мы с вами послушаем, как нас, как мы поем, как мы поем. Это стоит того так. Ну, я вам сейчас просто скажу. Песню не споешь, домой не доберешься. Папу Новой Гвинея. Теперь дальше идем. Ну, это короткий просто я сделал. Сейчас вам дальше покажу, что дальше идет. Сейчас споем. Мамусе, шугурао, бамуриао, ой, ой. Сейчас споем. Мамусе, шугурао, бамуриао, ой, ой. Это на озере Кутубу. Я вам сейчас покажу, как мы тут немножечко... Вот моя порция риса, сага и рыбы. Ребят, там мясо. Сейго. Приготовленное вот сейчас на костре. А мы идем внутрь нашей хижины. Ох, и что же тут происходит? А вот тут костер уже... Готовит. Это Саговая Саговая пальма. На этапе. Мука. Ну, такие небольшие мы сделали. А вот это женская работа, посмотрите как. Пожалуйста, поработай. Вот это вот женская работа, между прочим, которую. Саговая пальма срубается и делается. Так и таким образом, такие короткие сделали сюжеты, небольшие. А это было уже потом моим дневником. Сейчас это совсем короткие. Это я вот, э, отправлял э, э, директору Института востоковедения как раз посмотреть. Он говорит: Как вы там живы? Я говорю, да, сейчас я вам покажу, как. Это произошло недалеко от берега. Папа Берег Маклая, путешествие с Бельбинь, Вот так, там маленькая лодочка, помните, вот та маленькая совсем, ну вот так перевернулось и все. Мы, чтобы вы понимали, прошли там, э, ну, километров шесть где-то, и уже на обратном пути, уже расслабились, и бах, в другую сторону. Но я раньше занимался еще парусным спортом, мне как бы легко было воспринять это. Ну так, конечно же, в принципе, по большому счету уже э, интересно. Он после этого говорит: так, Николай Николаевич, срочно, берегите себя. Но я ему после этого уже начал отправлять, что все хорошо, жив, здоров. А вообще, э, вы знаете, в тех местах, если говорить про безопасность, абсолютно безопасно, если ты согласовываешь свои визиты. Ну надо знать некоторые э, культурные особенности это важно вообще знать везде. И дипломатические отношения, и вообще отношения, они закладываются хорошие, если ты знаешь особенности других. Наши особенности, когда кто-то приезжает и делает какие-то дорогие подарки, нам дорогие, или разговаривает, начинает на русском языке, нам, нам же приятно, правда? Мы начинаем по-другому воспринимать. Я к ним приезжаю, например, всегда со свиньей, там, к примеру. Обязательно, без свиньи никак. И мы ее едим. Там был один австралийский профессор, которого похитили. И все, все газеты значит, написали, что бедного профессора похитили и дали. Да ничего его там не похитили. Он пришел неизвестно куда. Его задержали, спросили, что хочешь. Но он не смог внятно объяснить, его задержали на некоторое время. Сказали, ну, камера дорогая у тебя, да. И все остальное тоже хорошее. Что пришел к нам в деревню и не спросил, не спросил, не спросимшим, можно сказать, разрешение. Вот. Конечно же, потом обратно отправили его, все нормально. Но вот это, кстати говоря, показатель того, что, вы знаете, Микухамакай говорил о том, что не надо насаждать кому-то культуры и традиции свои и смотреть иногда со своей стороны на этот мир. Они прожили в своем мире достаточно долго, это их земля, они считают так. И вот когда ты начинаешь с уважением к этому относиться, понимание к тебе тоже с уважением и они ценят твою культуру, и они понимают, и они любят Россию, и хотят, и ты тогда точно так же, используя свои знания, используешь эти важные моменты во взаимодействии и в контакте с ними. И оказывается, это открывает двери. Это как бы позволяет сохранять память о дальнейшем двери взаимоотношений во всех областях, и в экономических, и в других абсолютно, любых отношениях. Так, я вам показал несколько песен, я ответил на вопрос. Да? Все? Так, какой следующий? Добрый день. Дмитрий Кириллов, тоже волонтеры. Николай Николаевич, спасибо за рассказ интересный. Uh, ну вот я знаю, что в Папуа-Новой Гвинее четыре заповедника, вернее, национальных парка и более 20 заповедников. Uh, та деревня, тот берег, та территория, куда вы ездите, является ли национальным парком. Либо каким-то заповедникам. Это первый вопрос. И второй вопрос: есть ли какое-то волшебное слово, если мы вдруг там окажемся, или фраза, которая поможет безопасно там находиться? Спасибо. Да, конечно. Значит, первая безопасная фраза, конечно же, это ну, вам надо знать, куда вы едете, если вы отправ... будете отправляться в Папу Новой Гвинее. Вот сейчас мы переговор... проводили переговоры с миграционной службой, и они рекомендовали, чтобы мы давали письмо поддержки всем выезжающим, если из России. Папу Новой от фонда. В этом письме поддержки они просили следующее, чтобы мы информировали о некоторых культурных особенностях того региона, который вы планируете посещать. Если вы хотите в Маданке, я вам скажу как. Если хотите в Кутубу, то там наскальное захоронение черепов, да, и там немножко другая особенность. Если, то там надо будет сказать имя Маклая, да, там, а если там, то можно сказать и имя молодого Маклая. А относительно молодого, конечно, но моложе, чем, чем, чем старшего. И здесь первое самое главное, конечно, надо знать, что это вся их земля. Общаться можно только с лидером клана. Никаких не имеет смысла общений с людьми, которые находятся рядом. Они, разумеется, будут стараться вам помочь, но они никак не помогут вам во взаимодействии и в безопасности, и в хорошем ознакомлении с, со всем, что там есть. Если вы хотите по-настоящему, то надо брать с собой свинью. По-настоящему это так. Почему? Почему свинья ценна и почему она дорогая? Она дорогая свинья, чтобы вы понимали, 40 килограмм, 42 килограмма стоило мне 800 долларов. Это дорого по нынешнему курсу. Значит, и без нынешнего курса также. Плюс еще транспортировка ее, она же не понесете на, на заке да значит потому что это во время инициации посвящения мальчиков мужчины это обязательный подарок и когда вот это вот именно просто подарок это еще и празднование они едят ее только во время этого подарка во время нового года и в принципе все и иногда не каждый год то это большой подарок, и всегда нужно его преподносить только самому главе клана, и вы увидите, как ее есть, вы разделитесь с ними вместе, и будет все отлично. Ну и... Но это дорого. То есть вот если таким образом. Но ну, можно как турист поехать. Там порт Морсби великолепный сейчас, город интереснейший. По Рейтингу он написан, что он второй по, по преступности в мире. Ну, ребят, ну как бы, если хотите, я вам скажу все места, где вы сможете точно быть э, по, по, быть уверенными, что там вы преступность найдете, если вам это надо. Значит, но ну, если вам это не надо, вы будете абсолютно безопасны. То есть, если вы ее не будете специально искать, там будет очень комфортно и безопасно. Ну, при уровне преступности, чтобы мы понимали, это карманники какая-то такая мелочь. То есть это не значит, что кто-то будет там кого-то убивать и все остальное. Таких нет. А по поводу волшебного слова сказал, как добраться через визовую поддержку сказал. А какой еще был вопрос? Природный парк. Нет, это не природный парк. Это просто реальная земля их, они там живут. Это не национальный, не природный парк, это не защита. Есть у них национальные парки в Порт Морсби, там высокий, очень хороший, в горах великолепный. По нему, кстати, гулял Джеймс Марап сейчас лидером Франции. Но э, они отличаются. Наши парки, конечно же, в этом плане многим более комфортабельны. Но это, опять же, по моему мнению, люди очень доброжелательно, прямо скажу, но смотрят очень сурово. Вот есть похожесть на нас очень. Вот я не видел, вот вы знаете, вот у на наших людей, вот откровенно сказать, вот мне почему нам было легко очень? У нас вот серьезно люди-то не сильно улыбаются-то. У нас э, что там улыбаться-то лишний раз? Лучше сурово посмотрю, на всякий случай не будет подходить. Вообще, серьезно, вот этот папуасский взгляд, ой, российский взгляд на жизнь, я увидел у наших друзей папуасов. Но стоит сделать первый шаг, улыбнувшись, обязательно. Все. И если ты скажешь, с какими-то намерениями, все, ты брат, действительно брат. Вот. Но могут предложить жениться, ни в коем случае не соглашайтесь. Это не шутки. И вообще все, что они предлагают, это не шутки. То есть если кто-то думает, ой, давай там, знаете, как у нас на лавочке сидишь, там, ой, давай там, пойдем туда, пойдете туда завтра. То есть, если вы думаете, что он шутил, он не шутил. Он спросил, ты хочешь, ты сказал, все, значит, идем. Значит, хочешь в горы 4000 километров, завтра идем. Хочешь жениться, завтра две жены принесет на выбор. И все эти придется оставлять, и дальше учись строить хижину. А как без этого? Она тебе воду носит, ты строишь хижину и живи себе. Потом, может, на выборы попадешь, может, и в парламент даже. Че нет-то? Белый папуас, в конце концов. Тем более с русскими корнями, с нашим умением выживать, извините. Ты полный... Никаких сложностей абсолютно. Никого Хмака и хотел свою колонию сделать. Я подумываю об этом, конечно. Почему мы здесь и собрались? Но обязательно православную. Почему нет? Ну, давайте, у нас сейчас закончилась трансляция, мы не рассказываем секретов никому или идет все еще. А, тогда это. это мы потом. С... Просто я боюсь, что такое количество, если хынет, которые на трансляции, то мы можем. Могут странно очень понять. То есть, как бы вот в папу на я боюсь, что мы не сможем обеспечить визами. Да. Здравствуйте, я тоже экскурсовод. Меня зовут Яна. У меня вопрос: такой лингвистический. Вот какие особенности языка а, у них, ну, чем они отличаются от русского? Может быть, числительные какие-то интересные, да, и а, как они сами себя называют? У них, наверное, какое-то есть самоназвание интересное. И вот у меня просьба что-нибудь сказать на местном языке с переводом, чтобы mm -hmm. мы так и не поняли, как он звучит. Хорошо. Один день, Николай. Меня зовут Николай. Значит, и это на языке бонгуанском. Джамляблен — это добрый день. Канабелем, прошу прощения, Джамляблем — это утро. Доброе утро. Канабелем — это добрый день. Ну, брата Трутру -тру» и далее. То есть вот это если так. Более жесткий язык на немножко другой такой. Он Вообще там 829 языков. Очень хороший пример был во время того, как я обошел 10 деревень и собрал с них всю информацию, и совместно, кстати говоря, с моими коллегами-папуасами, которые шли. Их мы называем папа Гвинейцы, чтобы мы понимали, потому что они не все папуасы, есть меланезийцы, другие, и это однозначно именно папа новогвинейцы Это корректно, правильно и абсолютно. И мы сидим, вот четыре человека там рядом, директор школы Ягуфима, толкает его, Гончу говорит, можешь перевести мне? Я не понимаю. Я говорю, подожди. Ну, как бы. Я говорю, ну я не понимаю, что он говорит. Если бы он говорил на ток песин, ну это вот язык межнационального общения, я бы понял. Я не понимаю, я говорю, ну как мы так собрались? Давайте переходить тогда на ток пессин, или кто-то пусть переводит. И вот тогда мы пришли на ток пессин. И это нормальная ситуация вообще разные языки. То есть нету нету вот понимаете вот ты говоришь барум да это барум это э, этот барабан и он вообще не понимает это о чем это это что это кепка это нос это что это блюдо. А это блюдо это, точно... это языки разные да это языки разные и они очень обособлены и очень замкнуты между собой это одна из причин почему они вот таким образом развивались Дело в том, что 829 сейчас зарегистрированных языков, Микуха Макай записал 350 слов. Я был на лингвистической конференции одной, я не специалист в этой области, но я предоставил возможность одной из папу новогвинейской ученых, которая с российскими корнями, сети учится там, его преподает, единственная есть, из Прибалтики, женщина, которая вот так вот оказалась там. И э, я ей взял в экспедицию, и была задача именно это все дело изучить. Она привела, там действительно очень много есть слов, которые они даже не помнят, которые, ну, понятно, язык трансформируется, меняется немножечко. Но есть многие, которые они вспомнили именно со, 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 из словника вот Макай. 350 слов эти использовались. Поэтому у них действительно это языки. Они 3, 4, 5 языков каждый знает. 4 это стабильно. Не могу вам сказать детали по всех языкам. они общаются на английском или же ток песен. Во многом помогает невербальное общение. Я, поскольку в теме, и вы когда знаете, о чем идет речь, то 70, ну мы знаем, что 85% это невербальное общение. Если ты общаешь, с человеком общается, это совсем другая ситуация, нежели если ты его не видишь. И Здесь, конечно, это помогает. То есть те вещи, которые, например, мы иногда не понимаем, я все равно, зная тему, добиваюсь этого вопроса, ответа у одного, второго, третьего. У меня были переводчики. Ну, сейчас, поскольку мы друг друга знаем, во многом уже это не требуется. Английский некоторые хорошо знают. Хорошо знают английский язык. Язык образования ⁇ это английский язык. Нету языков, если мы говорим о письменности, это не письменные языки, они не делали записи, и именно поэтому вот эти вот дневниковые записи э, так ценны. Если вы говорите о письменных языках, это великолепный вопрос. И именно поэтому мы сейчас, чтобы мы просто понимали. Сейчас идет тенденция, когда просвещенное культурное сообщество европейское знакомит, это правильный тренд, знакомит те народы, которые они изучают, со своей культурой. И я вот сейчас с этим как раз именно приезжал, когда я показывал музей вот этот онлайн, когда я показывал эту книгу, я знакомил их с их культурой, которую описал европеец Микуха Макла из России. Понятно, да? То есть вот как бы вот потому что у них не было описания этого. Это, кстати, очень важно. То есть мы тем самым можем, во-первых, совместно работать. А по поводу музея, кстати, один нюанс скажу, чем он, чем он интересен и чем важен, чтобы мы просто понимали. Есть музеи разные. Есть музеи, которые собирают различные... Можно, можно же пополнять коллекции и просто сувенирами. У нас нет ни одного этого. Первое, у нас нет ни одного купленного, нет ни одного безбытования. Что значит купленного? Сейчас объясню. Все предметы, которые я собирал. Я объяснял, для чего. Они мне дарили эти предметы, мы вместе с ним описывали этот предмет. Дальше потом, когда на следующей экспедиции были, корректировали это описание. То есть описание предмета, бытование, оно давало, происходило вместе с коренным жителем. Это, ну, вот сейчас я делаю доклад, у меня нет таких прецедентов пока. Это первое. Второй момент — это совместная работа с ними, то есть это вовлечение, они понимают, для чего. Я приехал на озеро Кутубу, я сказал, вы знаете, мы в Маданге собрали вот такую коллекцию, она теперь известна на весь мир. О, подождите, 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 мы сейчас все, все принесем. Мне не надо даже спросить, вот это начинает работать на тебя. Это я взял, когда общался с Майком Самарой, когда показал российские коллекции, он был в шоке от этого всего. И они, конечно же, хотят, чтобы это сохранялось. И это, кстати, тот тренд, который говорит о том, что мы все эти коллекции, все предметы, а ведь музеи некоторые боятся выставлять их даже, потому что есть реституция предметов, особенно в колониальный период, что нужно возвращать. Нужно возвращать все это дело. А мы в этот момент показываем, что мы не возвращаем, а мы вместе с ними работаем и сохраняем эту историю. Вот это важный момент, кстати говоря. Так что так. И сами, кстати, учимся. Я вот когда смотрю на все эти вещи, я понимаю, что насколько мы много потеряли из-за из глобализации, из-за влияния, которые, кстати говоря, не очень позитивно влияет на сохранение семейных ценностей, о которых которые известны, на сохранение не только семейных ценностей, да и вообще других ценностей. Потому что когда ты, например, имеешь семью два мальчика, два девочки, что обязательно, извините, все по семье не выживешь, да, то, то, то ты обязан знать какие-то навыки мужчины, чтобы передавать от э, сына сыну, а женщина, ну как она, извините, пожалуйста, отдаст свою дочку неподготовленную замуж? Это же стыд, позор для нее в первую очередь. Такое же было у нас, по-моему, да? Вот. Они, наверное, у нас научились, но мы просто-напросто чуть-чуть так через некоторое время. Да. Вот, ну что там? Про тяжелую работу женщины 20 жен рассказать-то, нет? Про 20 жен давайте вам расскажу. Интересная ситуация. Нету такого, конечно, правила 20 жен. Но я встретился с одним человеком. проверяет, наверное. Но э, он говорит, слушайте, их едет на машине и хвастается. Такой, а вот у меня, значит, тут вот вообще много жен. Я говорю, сколько? Он говорит, 20. Я думаю, ну, наверное, он не понимает, что такое 20. Я говорю, 2-0, 2-0 это не 2, а 2-0 то есть много. Где они у тебя в хижине-то поместятся? Он говорит, я зачем мне хижины? Я женюсь с разными, в разных племенах с ними. Я говорю, ну, отлично, говорю, а как ты их посещаешь? Это целая работа, извините, трудно. Он говорит, зачем мне посещать? Я просто наладил контакты, у всех у них есть дети, все они знают через лидеров. И вот сейчас, говорит,. У меня зато есть хорошие связи со всеми. Я думаю, ну зачем эти связи? И тут вдруг мы ну, выясняется, что мотор, который мы заказали для того, чтобы нужно было отправить, он не отправился, как всегда, в Папу Новой Гвинеи, это нормально, из, из Порт Морсби. Я звоню ему, говорю, посмотрите, отменяем поездку, не нужно нам, чтобы ты нас забирал, потому что мотор не можем отправить для лодки, никак не отправить. Он говорит, а где там? Он говорит, в Порт Морсби. Он говорит, ну подожди, я сейчас своей жене позвоню. И выяснилось, что оказывается. Это очень выгодно. И много связей. Я говорю, а как ты их содержишь? Он не понял даже вопроса. Они же, говорит, работают. Он даже не понял, говорит: так они же работают, как бы. Вообще, как бы у него такого вопрос: а связи зато какие? Он позвонил, сразу же жена побежала спасать мой груз и спасла. Чтобы понять, спасла. Она выручила все. А так бы, представляешь, он бы вот. Сейчас, конечно, нет таких ситуаций. Есть некоторые племена, в которых это было популярно, это они так по-тихому говорят. А так нет, вот в Маданге очень крепкие семьи, нету таких ни примеров ни раньше, ни до этого Микуха Макай описывал потрясающе это. Оно вот я был в новом регионе небольшом, да, где э, таки, так, такие традиции были, сейчас их нету, но в некоторые, вот бывают хвостаны так, бывает иногда. Что, она работает пусть работает а у меня связи вот что еще за вопросы интересные да, добрый вечер меня зовут анна вопрос вопросов два один по вашему рассказу тут про жен про вот эти все встречи можно ли переехать в папу ноугрении жить и реально ли там получить гражданство и второй вопрос. Из вашего ролика понятно, что там разные конфессии, разные религии. Есть ли какая-то статистика, что преобладает, и как они в принципе относятся к своим мертвым? Какое у них отношение к смерти, какие захоронения и почитание какое-то может быть? Значит, начну к, к мертвым. К мертвым относятся хорошо, иногда по-разному существуют разные традиции. Значит, Сейчас есть кладбище не очень сильно беспокоятся о том, чтобы кладбище выглядело как-то особенно хорошо. Ну, я имею в виду, могила. Но ну, есть и есть. Вот. И то им сказали, что вот лучше в кладбище, на кладбище. А до этого череп мог находиться и в хижине. Ничего такого страшного в этом не было. И зато, зато помнишь родственников всегда. Вот. Плюс к этому сейчас я находился до 90-го года. В... Сейчас хоронят нормальным образом в землю. На озере Кутуба, это Южное Нагорье, они хоронят на наскальных черепах и кости на скалах. Я увидел там гробы тоже. Почему спрашивают? До 90-х годов там были захоронения и таким образом, потому что они боялись хранить землю. Что духи их, значит, в земле что-то с ними произойдет. И вот на 37-й день. Они как раз эти кости выкладывали. Такое захоронение было. Сейчас такого нету, нету. Вот, если переехать, переехать вы можете. Замуж, если выйдете, вообще гражданство сразу получите. Вот, без проблем. Ну, я могу вам сказать, что это очень интересные, воспитанные, интересные люди, доброжелательные, очень хорошие. Вот. Ну, вы должны знать, что вы, как женщина, находитесь в ситуации, что вам надо подучить свои обязанности. Да, то есть, если вы думаете, что, что ваша красота, она, она как бы. Вот, и он будет, ну, слушайте, а работать кто будет? Поэтому вот. Ну, понаслаждался пять минут, ну, женился поэтому. А работать дальше вам. Поэтому так вот. Переехать можно, почему нет? Если нужно будет какое-то содействие, далее подскажем. Если вам нужно будет найти тех, кто вы можете получить второе гражданство или еще что-то, там есть компании, то есть не компании, а юридические компании, если у вас будут сложности, и мы этим не занимаемся, но я подскажу, чтобы если вы будете тем самым популяризировать русскость в Папу Новой Гвинее, еще и православную миссию, так почему нет? Станьте гражданином Папу Новой Гвинеи, в конце концов. Да? Скажите, пожалуйста, меня зовут Полина. Тоже работаю на паломническую службу Ламского монастыря. Есть ли в их отношениях между друг другом или к миру а, какая-то черта, которая для русского человека совершенно не ну незнакома, мы такого в принципе не знаем, но было бы хорошо ее узнать и может быть как-то ну как бы она нам открыла вот мир с другой стороны и еще вопрос вот вы говорите есть школы, а эти школы это куда-то ведет, у них есть высшие школы, университеты, есть ли у них вообще мыслители вот в нашем русско-европейском понимании Значит, школы есть, с этого вопроса начну. С того года э -э, пришло э -э, с 5 лет, с 5 до 7 они получают как в детском саду образование, даже, даже раньше они могут, с 4 лет, э -э, где они изучают именно английский язык. Цель этого, чтобы они легко адаптировались в школе, потому что когда ты приходишь в школу, там существует ну, 12 лет и существует... Э -э, Начальная школа, дальше есть средняя школа и дальше есть высшая школа. Высшая школа ⁇ это не университет, просто high school. Это так называется, как высшая школа. 12 лет обучения ⁇ такая система просто. И, соответственно... Ты, если доходишь, ты можешь учиться 10 лет, ну как у нас 10 лет, 8 лет, вы помните, 9-летка, 8-летка, 10-летка, и 12 лет. Если ты доходишь до 10 лет, ты э, можешь получать среднее образование. Если доходишь и сдаешь экзамены и проходишь дальше 12 лет, ты можешь поехать в Порт Морсби, это столица, сдать окончательные экзамены и попасть в тот университет, который ты хочешь. Попав в тот университет, который ты хочешь, ты берешь кредит у государства, государство дает кредит с вас на обучение и возвращаешь его после того, как заканчиваешь обучение проживание тебе полностью нужно самому оплачивать, но это не нужно никому оплачивать, потому что у всех есть родственники, родственников они живут у родственников там не принято оплачивать проживание, ты у кого-то где-то как-то живешь и соответственно ты можешь получить образование и таких таких прецедентов очень много Сейчас тенденция следующая. Раньше было 10% женщин в 2000 году, в конце 90-х, в начале 2000-х, которые обучались в университетах. Сейчас на примере одного из университетов точные данные 56% женщин, меньше девушек. При этом, интересный факт, женщины после, 8, после, 10, после 10 класса, а может быть и раньше, она удаляется в основном из школы, в основном семьей, потому что ей нужно готовиться к браку. Вопрос: когда она готовится к браку? Когда она созрела? Вот вы знаете, женщина все по-разному созревают. Вот когда она созрела, она идет на брак. Как они 56% при этом в университете оказывается, для меня пока загадка. Я не смог это исследовать. Мне это интересно. Я знаю эти данные точно, я получил их. Вот. Но из каких регионов и какой состав, мне пока непонятно. Почему? Потому что, например, в Маданге, который я хорошо знаю, да, то есть там вот традиции такие вот жесткие. То есть женщины как бы, они идут на обучение дальше, но надо, извините, семьей заниматься. Если ты семьей занимаешься, ты на обучение дальше не идешь ты занимаешься семьей, тебе, извините, вы видели, что надо делать будет. Вот кто хочет гражданство получить, не забывайте да, об этом. И, соответственно, ну, кстати, в порт Морсби очень хорошо, и земля, и квартира стоят дороже, чем в Москве, чтобы вы понимали. В порт Морсби. Да, 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 да. Ой, там так вообще. Зато, ну, действительно так. Это как 90-е годы, когда у нас был телефон, можно было телефон поменять на машину, а машину можно на квартиру поменять было. Ну, такой период времени сейчас у них. И соответственно, что же, то, что было, то, что было, то, что у них совсем по-другому. Не заметил я, не было ни разу отторжения того, чтобы у них было что-то совсем по-другому. Почему? Потому что то, что у них сейчас, это у нас когда-то было. Все у нас когда-то было. Иногда это просто воспоминание того, что. почему? Объясняю. Любая ситуация, когда ты семейно-родовые отношения, а у нас достаточно долго семейно-родовые отношения были в наших княжествах, а потом феодальные, нам это очень близко. У нас очень раздробленная феодальная страна, достаточно долгий период времени находила, огромная страна с взаимодействием именно через клановость, через связи, через знакомство. У нас некоторые называют это коррупцией. Я считаю, что это естественно нормальная жизнь. Ты доверяешь тому, вот я оказывался во всех местах только через связи, друзья, дружественные отношения и далее. Как ты можешь, например, интересная особенность, то, что сейчас у нас уже нету, то, чего сейчас у нас уже нету, и, наверное, не было. Наверное. Если кто-то из деревни премьер-министра захочет приехать и задать ему вопрос, он пройдет мимо секретаря, и тот не сможет его остановить, потому что тот брата, брат ему, не по крови брат, но просто брат. И вопрос у него есть, и он должен ему его задать. Конечно же, это как-то останавливается, но вот именно вот эти вот отношения, братские, и это действительно братские отношения, они сохраняются. И это превалирует во всем. То есть ничего невозможно сделать, если ты не знаешь кого-то где-то там-то. Невозможно. То есть невозможно просто, никак. Без шансов. Если кто-то думает, что он направил письмо, и он ждет его ответа, то если ты не знаешь эту девушку, которая жената на братья того, у кого 20 жен, и ты ему позвонил, и именно поэтому она сейчас... А, так это этот... Ну, все, сейчас я нажимаю кнопку вот это есть, это потрясающе работает. Но это надо понять, это я вот понял не сразу же, но это работает именно так. Зная еще их некоторые особенности, нужно знать, что, например, после шести часов у них есть такая особенность, они не выходят из хижины, когда темно становится. Когда ты в хижине уже находишься, потом ты можешь выйти и куда-то пойти погулять, когда уже темнота, но на своей территории. А куда-то в другую это очень опасно. Раньше, когда происходили междуусобные войны, именно ночью происходили различные э, нападения или убийства. А они очень часто происходили по магическим различным э, словам, которые давал маг в том случае, если листочек одного из цветка показывал, что тот плохой человек, и его надо убить. И это происходило ночью. Ну, глотку просто перерезали, обычно так. И потом после этого возникала следующая ситуация. Другой маг узнавал, кто это. И вот начиналось междуусобно. Это было раньше, это было в прошлом. Но традиция того, чтобы не выходить из дома и не гулять по чужой территории после шести и после наступления темноты осталась. То есть они этого до сих пор вот так вот боятся. Хотя этого не происходит сейчас. Ну вот так. Ну что? Сергей волонтер. Как вы первое время настраивали свой быт? Питание, проживание, общение. Мне, конечно, повезло. Вы же понимаете. Меня встретили мои друзья папуасы, и они э, помогли мне. Э, помогли мне действительно. Э, основательно устроиться. Ну, например, даже я могу сказать, что я пошел вещи стирать свои, а они вырвали у меня, сказали, ты что, это женская работа. То есть, как бы, это, ты не можешь это делать. Ну, ты просто не можешь это делать. Ну, как так? Мы будем, ты наш гость, и ты будешь сейчас стирать все женщины. Это стыд, позор для нас. Мужчина будет стирать свои носки, вы что? Никогда в жизни. И зашивать тоже никогда. И за дровами не пойдет это, конечно, только на их примере. Получается, какая ситуация? Вначале мне очень помог сэр Питер Бартер. Сэр Питер Бартер, это я должен вам сказать, один из австралийцев, который помогал острову и берегу Маклая, и он переехал из Австралии, он был пилотом более 40 лет назад. Сейчас он покойно, он умер уже. Полтора года назад из-за ковида, ну и из-за возраста тоже. Вот. Так получилось, что я обратился к тому, чтобы отправиться на берег Макая и вот таким образом случайно вышел на него. Он проверял меня где-то несколько месяцев на, по факту того, действительно я Микуха Макая или нет. Он, оказывается, был знаком одни, с одним из моих австралийских родственников. Я потом, если интересно, расскажу, что у нас есть австралийская ветка, есть российская ветка и тот был диктором на радио, и он был с ним знаком. И вот он задал некоторые те вопросы, которые действительно никто не мог знать. Про Пола, который был на радио. Ну, кто бы это знал там вообще. На ABC. И вот он был женат на том-то, сколько у него было жен. Ну, я как бы спросил у тети, сколько у него было жен. Ну, сказал ему, сказал, где он работал. Тот сразу после этого начал помогать. Он оказался очень влиятельным дядечкой. И мне, конечно, низкий поклон ему за то, что он помог и позиционировал Россию, несмотря на то, что он австралиец, который в Папу Новой Гвинее. Но музей, музей, который там в Маданге с экспонатами о России о Микухамакая, это благодаря ему. Несмотря на то, что это прожженный англосакс, как у нас говорят. Человеческие отношения и настоящий героизм ценятся везде независимо от принадлежности. Это все у политиков, а у людей все нормально. Поэтому он мне помог. Сэр Питер Бартер. И потом уже познакомился с Майклом Самара. Мне помогли также ученый и Даниил Давидович Тумарки, наш советский ученый. Он тоже сейчас спокойный. Вот вот это все вот сейчас недавно произошло, когда они Покинули нас, и он рассказывал о том о деталях, как они встречались с папуасами в советский период времени, как они много описывали. И его наставление было обязательно сделать эти книги. Я тогда не понимал, насколько это важно. Я понимаю, что вот это все, это все вклад России на будущие даже столетия, который когда-то описывался, и чем дальше это, тем более ценные эти издания, потому что доколониальный период никто не описывал, они все забыли обо всем этом, а тут и коллекция и далее. Поэтому вот эти люди помогли, они помогли мне понять, как это сделать. А сам быт уже, когда мы расположились в хижине, у нас был вначале генератор. Мы не брали с собой солнечных батарей и далее. Со мной была команда из ученых. Я, конечно, переживал, чтобы они были в полной безопасности и все хорошо, поэтому мы закупили и матрасы, и все остальное, и далее, и далее, и далее. Вначале это были полностью на деньги фонда имени Мику Хмакай, которые мы собирали. Российская Академия Наук никаким образом не финансировала это. Я вам должен сказать, я спокойно к этому отношусь, потому что надо знать просто и почитать Дневники Микуха Маклая. Всегда люди помогали. Обычные. Вот идешь, извините, к дядьке серьезному. Вот он какой-то важный, не будем говорить кто-то. Да ничего он не поможет. Письмо напишет тебе или грамоту даст. А люди нормальные помогут. И, и там, и сям, и видят, потому что они читали когда-то и про Микуха Макла, и про Папу Новогней, потому что они считают, что Россию важно представлять и там. Вот так вот мы собрали на эти деньги, часть была моих денег тогда, и отправились. И все это закупили, чуть-чуть больше, чем надо даже, потому что переживали, что вдруг ничего-то не будет надо. И обустроили спальные мешки, циновка, хижина. Игорь у нас такой крупный ученый из Института этнологии и антропологии. Мой большой друг, он когда ходил по хижине, хижина вся тряслась. Мы думали землетрясение. Она зыбкая очень. И когда по ней идешь, она вот, -вот, -вот, -вот так вот прямо дрожит. И она с нижней стороны, полностью, поскольку она сшита как циновка, продувается, и по бокам тоже. Окон нет, ну чтобы вы понимали, окна э -э, там нет окон. Но зачем эти окна-то в конце концов? И малярийная сетка сверху. От малярии нет лекарств никаких, поэтому малярийная сетка закон очень важный. Ты всегда в одежде до 5 часов до 6 вечера. До 5 ты можешь быть в открытой одежде, а потом всегда в закрытой. У меня никогда не было ни шорт, ничего, мне все удивлялись, почему я приезжаю, у меня только голова загорелая. А вот тело абсолютно даже не по-огородному все белое. Потому что все время закрытая одежда. Легкая, закрытая. И все, в принципе. Ну, иногда не моешься, иногда не моешься. Что там? И в ручье. Воду пьешь из этого, из ручья я пью. Я вообще ничего не Я все ел. То есть все ел и все пил. Все из рук, вот прям вот, все вот так вот. Если этим брезговать, ничего не будет нормального. То есть там невозможно жить. Будет. Просто невозможно. Ну, просто вот так. Но они не моются, да, иногда. Но что мыться-то зачем? Если грязь как бы утрамбовалась нормально, такая. Вот. Нет, ну если вдруг ты попал в воду, упал случайно, да, ну может быть, всякое. Нет, ну кто-то моется, в конце концов, ну, по-разному. Но при этом этих я скажу, никаких запахов нет. Вот нету запахов, нету. А это еще зависит от питания. Мало едят. Завтрак, может быть, обед, ужин практически никогда. Вечером всегда ток-ток посиделки и общение всегда вечером. Сесть надо и поговорить обо всем. Рассказать, что, как, куда, где в деревне. Без этого невозможно. Вот отсюда идет информация вся. Ну вы вспоминаете, по-моему, в русских деревнях также было или как-то нет, то же самое. Сидел себе ток-ток. Ну у них ток-ток, у нас не ток-ток. Вот. И сейчас, говорит, тик-ток. Ну, то же самое. А Потом э, едят они бетельнат. Есть такой орех. Юго-Восточной Азии жьет, жуют. И он придает хорошую энергию. Но я же, вы поняли, не только ученые, еще есть естественные испытатели. У меня есть там, будет уже даже один ролик, как я испытывал на себе орех. Сможете посмотреть эффект, если вот э, ссылку сделают в этом, внизу Нет. на наш канал, то там можно будет подписаться, когда выйдет, можно будет посмотреть. Но все это во благо науки и человечества, сразу скажу. Чтобы вы, если уж пробовали, то знали, что будет. И, может быть, не стоит. Он дает энергию хорошую, ровную. Это не наркотик. Не считается, не относится к наркотикам. Но отбивает аппетит. Поэтому они мало достаточно едят. Мало по отношению и используют белка. Вот как мы считаем, вот если там спортсмены, когда рассчитывают количество белка на грамм тела, массы, точнее, килограмм. Вот по отношению к этому очень мало. Очень много овощей едят. И при этом тело потрясаю, потрясающе крепкие они. То есть, видимо, организм может адаптироваться в зависимости от ситуации и не обязательно у тех рационов, которые вот говорят. То есть то, что вот у нас веками заложено, получая как бы во время поста, люди не истощают себя, извините, а просто, мне кажется, более становятся подтянутыми, легче себя чувствуют, лучше, чем когда ты кидаешь все подряд. Тяжело просто. Вот таким образом. Так что быт организован был всегда в хижине. Я в хижине жил. В этот раз мне повезло, я жил в хижине один вообще. Вот. Ну просто к как... там обору. Вот так вот. В хижине. Очень хорошо. <плодисменты> я, э, еще вопрос? Да, пожалуйста. Да, короткий вопрос. Меня зовут Валерия, я тоже волонтер. Я преподаватель английского языка, и есть ли такая возможность поехать в Папу-Новую Гвинею, поработать, ну вот, поучить детей английскому языку, привнести русскость и так далее? Только муж мне не нужен, он у меня есть, и он путешественник. Если вы поедете с мужем, то это вообще великолепно. Смотрите, мы, делали, мы открыли российский кабинет, называется российский кабинет, или российский уголок в, Рос... в Национальной библиотеке Папу-Новую Фонд имени Мико открыл там по своей инициативе. Значит, Мы сейчас не активно поддерживаем его, поскольку нам требуется определенное финансирование для этого. И мы поняли, что э, пока этого мы не получаем, то есть у нас нет пока ресурсов для того, чтобы это поддерживать регулярно, соответственно, приглашать преподавателей, потому что мы считаем, все-таки приглашая в Русский кабинет, мы должны как-то платить все-таки этим людям. Мы, ну, мне так кажется. Вот, поскольку мы этих денег пока не имеем, мы не приглашаем. Раньше мы проводили, это и первый год мы делали, это до ковида, и это дало великолепнейший, потрясающий отклик. Вы не поверите, сейчас желание и знания... у нас около 3000 человек вот, записанных в списке людей, которые хотят обучать русский язык. Этот список вот у меня вот, вот в компьютере. То есть у нас все подготовлено для этого. Будут желающие конкретно профинансировать постоянное, я считаю, что важно это постоянное, системное, да, хотя бы обучение в течение года. Мы сможем обеспечить, чтобы людей, которые встанут в очередь в огромном количестве, обучаться русскому языку. И это, конечно же, когда ты знаешь русский язык, начинаешь думать об этом на русском языке. Это немножко другие, конечно, люди. Они доброжелательно очень относятся ко всему и к желанию обучиться. И они, знаете, они не с гаджетами, не с компьютерами, они с книгами. Они так рьяно берут книги вообще. Вы не поверите, как они просто их всех вычитывают все. Вот как вот у нас в библиотеках, я не знаю, как я в институт ходил когда. Поэтому потенциально плюс, возможность есть. Деньги — это не такая большая проблема, деньгами никого не удивить. Вот. Поэтому, если, если найдем финансирование, поедем, обеспечим, организуем, создадим. То есть нам надо просто с вами списаться как-то, и вы найдете наши контакты на сайте фонда имени Миклуха Маклая. Там все есть, вы нажимаете. Если вам просто... У нас есть группа ВКонтакте, фонда имени Миклуха Маклая, есть сайт. Вы просто спишитесь, мы каким-то образом будем держать контакт, а потом уже и найдемся. Так что так вот. Спасибо. И я, я думаю, что мы завершаем на сегодняшний день. Я хочу вас пригласить на завтрашний день на фильм «Берег Маклая». Этот фильм для меня... Я, у, нас, у меня есть восемь документальных фильмов. Я еще как режиссер-документалист. Восемь документальных фильмов, которые три из которых показаны на телеканале «Культура». Мы их, и этот фильм также был на телеканале «Культура». И это тот фильм, который, вот, знаете, когда вот я хотел... Вот я сейчас уже не я все снял, то, что мне надо о Папу Новой Гвинеи. И вот этот фильм был для меня очень важен, чтобы я его сделал. А, этот фильм, как, в котором есть часть моей души, где я хотел показать то, из-за чего я вообще это начал, почему, рассказать о причинах, и он интересен тем, что за 26 минут мы провели съемки в нескольких регионах Папуа Новой Гвинеи, в нескольких регионах России. То есть мы смогли вот так вот четко уложить это сжато, емко и хорошо обо всем этом. Поэтому я думаю, что вы, он прилетит у вас на одном дыхании, я надеюсь. А дальше если у вас возникнут вопросы, мы сможем с вами поговорить обо всем этом деле и даже если, например, и все это дело обсудить. И плюс э, посмотреть его, если надо, те, кто у нас в онлайне и в онлайне. Я хочу э, поблагодарить отца Марка, за, э, потому что если, откровенно сказать, вот это все организовано настолько велеп, великолепно, э, и мы можем сейчас транслировать и показывать это все, я хочу поблагодарить всех за теплый прием и за ваши вопросы, и за то, что вы даете мне эти силы и энергию для того, чтобы этим заниматься. Потому что это самая главная награда, когда ты видишь людей, заинтересованных и желающих узнать больше о том, о том, чем ты занимаешься. Плюс к этому я хочу поблагодарить Татьяну из Российской газеты. Вот Российская газета здесь у нас не случайно. Дело в том, что Российская газета публиковала очень интереснейшие материалы. Я хочу вам показать просто-напросто. Наверняка вы сможете найти их в интернете. Но для нас большая честь, что, во-первых, это в российской газете. У нас много, много есть публикаций. Я прямо могу сказать, что немало о нас публикует. Но вот когда ты получаешь статью и это та статья, которую тебе хотелось бы показывать не только вот сегодня, да, потому что это ко времени, а через месяц, через два, через год. То есть там отражены интересные факты, там и правильным образом подана информация. То есть это те журналисты, которые, вы знаете, вписывают свое имя в историю благодаря тому, что они действительно дают правильную, достойную информацию. Вот здесь наши друзья папуасы. И здесь вот интересные статьи, вот в российской газете, почитайте, пожалуйста. У нас есть еще и не только это, еще тут вышло. И я, вы знаете, знаю, что еще послезавтра тоже выйдет в российской газете статья. Вот буквально, буквально, буквально тоже о микух макла и папуасах. Ну о чем еще говорить-то, правильно? Как не о папуасах-то сейчас. Вам большое спасибо, низкий поклон. И э, я, э, для меня большая честь здесь быть на Валаме. Я э, получил много силы и энергии. Мне очень приятно, что. Наша семья связана с Валамом, что Микуха Макай когда-то здесь был. Он не описывал подробно в своих дневниках это все, потому что все-таки это личная история. Когда ты находишься здесь, ты находишься э, немножко в другом пространстве, не всегда в пространстве изучения, а в пространстве, наверное, своем внутреннем, которое дает тебе потом силу и энергию для того, чтобы осуществлять то, для чего ты, наверное, предназначен. И с Богом спасибо вам большое.